Yksi harvoista Tbilisin auki olevista ravintoloista on mafian hallussa. Ravintolan asiakkailla on hyvin selkeät näkemykset Georgian politiikan nykytilasta. Западная Грузия у нас есть люди такие. Наш президент, что был Зюадган Сафурдия, сторонники Зюадган Сафурдия, они хотят, чтобы опять вернулся Зюадган Сафурдия. Чтобы вернулся. За это они, поэтому они воюют, поэтому они делают наших ребятах, наших боевиков, наших хороших парней, они жгут, ну... Поймают их, бензин наливают, спичку на его дают и все. Ну это Гамзахурдия умный человек, с умом, но он еще ненормальный, да? Тупой, блядь, ну тупой. Тугадун, вот как это, ничего не говорит, ну на это ударишь, ничего не говорит, такой же звезд Гамзахурдия. Nämä kohtaamamme herrasmiehet ovat ammatiltaan kioskien suojelijoita. Niinpä aika ajoin on syytä käydä tarkastamassa, että asiat ovat kaikin puolin kunnossa. Что вы думаете про его селяне? О, дай бог, Гаум Марджус. Вот хороший человек. Джаба обожает. Людей, которые... Вот Джаба сейчас взяла на амнистию. Амнистию взяла. Заключенных вывел. А таких не вывел, которые не должны выйти. Оттуда вышли. Которые звят Гамзахурдия. Запрял по-арабскому, ну как скажем. Воров, законов там запрял. Вот Джаба их отпустил. Дай Бог ему здоровья, дай Бог ему семью.